Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Максима, который нам его предоставил. Начальный аккаунт, 90 тысяч силы, начинальный донат. Молодой аккаунт, донатный, уже видите, Огника, Космо, скин топовый на Хрона. Ну, в общем, куча всего. Доната не так уж и много, 34 тысячи всего, а герои у него, в принципе, довольно-таки приличные. 51-88, героев много нет, до шапки даже не дошел. Стрелок, Фрея, Командора, Летяха, Землеройка, Свали, Насура, ой, да тут есть что выбивать. Ведьма, Махатма, Рогатка, в общем, у нас будет трэш, будем ролить, будем качать, все дела. Находится он в гильдии Мандарины. Прием ВК на экране, атака фортов 20.00, буст 21.00, кидайте заявочки, вступайте, первые места, битва гильдий, атака фортов, а мест нет, вот так вот, ну для вас возможно найдут, сорвет твинка, вот так вот просто изи, выбиваем ему тыковку, поехали, посмотрим на аккаунт, что у него тут вообще творится по героям, странный выбор, изворотливость на Огника, ой-ё, это жесть, ребят. Я этой жести не ожидал, честно говоря. Для тыквы надо исцеление. Но это еще куда ни шло, отлично. Ну, тут хорош. Бас на него не надо. На укротителя. Конечно, жесть полная. Для начинающего доната тут надо все переделывать. Ну, он только начал игру, поэтому он еще, возможно, многого не знает. Таланты не стоят. Такс. Ну, дальше я понял, талантов у нас уже нет. В общем, такие вот дела, ребятушки. Он только начал, правда, начал он, я не знаю. Ну, восьмой берс, блин, это жесть. Это жесть. Это просто, знаете, я офигеваю. Восьмой берс качать на хранителя, поставить на него еще каменку. Он, наверное, смотрит ролево. Хорошо, что дал мне аккаунт. Ну окей, поехали. Будем пробовать сейчас что-то выбить и изменить на аккаунте. Так, студеный, призрачный всадник. Героев у него много недостающих. Ну вот призрачный паладин Валентина. Вот Валентина вроде у него тоже нет. У меня, кстати, тоже Вальки нету на этом. Так, не, Валька есть. Я со своим аккаунтом перепутал. Блин, жесть. Бульдозер. Да давайте какую-то имбу, что ли. Это жесть, ребят. Друид. Третий призрачный всадник. Да что это такое? Снова даже музыка просто, знаете, остановилась. На этом моменте. Это жесть. Командора. Побендора. Кенди. Пошла жара. Дед Мороз. Кстати, мне Деда Мороза не хватает. Ворожей. Блин, Фрей и Стрелок нужны. Укротитель. Дед Мороз. Капитан Дрейк. Капитан Дрейк. Вот так вот. Давайте посмотрим, что-то с недостающих мы хоть достали или нет. Блин, жестко, конечно. Капитан Дрейк, Кенди, Командора сразу же плюс 3 в одну линию. Обалдеть. Вот это круто. Ну окей, поехали, пооткрываем их. Блин, жестко, конечно. Командорышка, отлично. Капитан Дрейк и повторочка. Плюс Кенди. Блин, ну конечно жестко. Я еще до сих пор не могу отойти от этого. А че он ведьму не открыл? Странно. Странно, странно. Очень странно. Мы же вроде ведьму не выбивали. Я что-то не видел ее.
Такс, он мне пишет, на огненка вторым поставить огненку или священный огонь. Конечно, СО лучше поставить. Огненка ему не надо. Ну, по сути, тоже нормально, но смысла не вижу. Так, блин. Поехали дальше. Let's go. Студеный. Да сколько этих Дедов Морозов будет падать? Знаете, такое ощущение, что здесь у него по три героя выпадают. Бугимен. Буги-вуги. Да что это такое? Как это так падает? Конечно, печально падает. Ну, относительно печально. Легендарки падают. Ну что, поздравляю. Еще одна недостающая имба у тебя есть. Бугич реально очень хорош на PvP локации. Ну блин, лучше бы Берс прокачал на тыкве. Я не знаю, что ремку он качнул на тыкве, но это просто жесть. Такс. Вот наш Бугич есть. Поехали дальше. Конечно, тут с талантами полная беда. Четыре недостающих мы уже вытащили. Драка, смерть. Фея. Смертушку надо будет тоже открыть. Ну, ее, в принципе, можно было и так за кагашки достать. Ну, давай, Рину. Стрелка или Фрею, суккуб. И нифига. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Где там? Так, то ли я втыкаю, то ли я не вижу смертушки. Чё за хрень? А, вот, аж три штуки у него, он их не открывает почему-то, странно. В принципе, может хочет чистую силу, но можно ради интереса же открыть их. Так, давайте посмотрим еще раз, что у нас есть. Фею мы получили. Фея смертушка. Давайте их тоже пооткрываем. Короче, плюс 5 героев. Есть. Конечно, Феникса мы не получили, но... Феникс что такое? С такими героями можно и без Феникса обойтись. Да и желательно пооткрывать всех допов, хотя бы пооткрывать героев ради того, чтобы качать дальше. Так, Варлок, Снайпер, Стрелок, Фрея таки нету, но хотя бы здесь троих получили. Дракон, Землеройка, да, конечно. Капитан, Рогатка. Ну что, сделаем ему подгончик. Как начальному. Вы такие, опять все донату. Я просто сегодня добрый. И вчера был добрый. И всегда я добрый. Капитан Рогатка. Еще и плюс питомца. Получили плюс скин на кэпа. В общем, вот так вот. Поехали дальше трэшевать, ребятушки. Раз, два, три. Две ремочки восьмых. Ну все, это огонь. Короче, он мне обязан по жизни лайками. Отлично. Две восьмихремочки. Обалдеть. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Что там у нас еще? Что там у нас еще? Облики. Обликосики. Которые жрут бабосики. Такс. Давайте еще сюда забежим.
Ну все, остальные все у него есть. Ну что, давайте еще попробуем. Может, вдруг повезет, как вчера на роллинге. Королева гарпий. Арташка Сноу. Дед Мороз. Красный нос. Влад Дракула. И усё. Вот так вот, ребятушки. Окей, поехали. Поехали тратить. Нам надо купить теперь коробочки. Обмен славы. 20 коробочек нам надо купить. Вот так вот. Вот так вот. Вот они, 20 коробочек. Есть коробочки с чарами. Сейчас мы до этого дойдем. Поехали. Разброс. Душика я здесь не вижу. Вижу. Берс. Тыковка. Ну, ремку оставим, не будем сливать. Может, выпадет, конечно, исцеление. Надежда все на исцеление. Так, корка. Корка. Можно поставить сюда, но все равно бестолковая. Еще один разброс, да блин. Хватит этих уже разбросов. Ракушка. Ракушка. Можно сюда поставить. Ярость небес. Да. Ремочка, отлично. Ну что, поздравляю, ремочка, это обалденная тема. А теперь мы посмотрим, кому ее можно тыкнуть. Такс, вариант Хрон. Космо. Космо, ремка жива. Ремка у него рунами есть. Тыковка есть. Вариант Финка, Хрон. Мне кажется, питончик у него там, по-моему, ремочный. Поставим, наверное, все-таки на Хрона. А ну что у него вообще с подземками делается? А, у него нормально подземок пройдено уже. До 7 дошел. Но я думаю, Хрона ремочного все-таки ему надо. Как ни крути, Хрон ремочный должен быть. Рен ремочный. Ну, Афина с ремкой. Ну, есть у него это. Ладно, ставим сюда. Потому что это реально, это жесть. Можно было и на Космо поставить, но на Космо он ремка поставит. Эссо. Он хотел на Ухника вторым. В принципе, вариант неплохой, сам такого юзаю. Ставим на Огника. Эссо. И поехали дальше. Бум, корка. Корка. Можно на любую воду покинуть. Еще один берс. Махатма у него. Можно на... сюда поставить. Так, бог войны на Дрейка. Временно каменка на Гаргула пойдет. Утекание пойдет на Черепка. Просветик у нас пойдет на Ведьму. ТВ-шка. Ну, можно поставить пока временно сюда. Еще одна ремочка. Отлично. Отличненько. Так, ну, как вариант, Бугич у меня есть. И вариант Рогатка. Рогатка быстро набирает. Бугич ему надо будет для PvP локаций. Ремка, водушка. Ну, то есть, вариант такой. Я поставлю Афинке. Нахрен это вот, эту БВшку. Ожог. Можно было бы, конечно, вы скажете, на Космо, но у него есть рунами, хватит. Так, ожог. Ронин. Где его Ронин вообще? А, Ронин у него там, по-моему, с пятеркой был. Так, ожог. Рину. Каменка. Бугич. Ярость. Сюда поставим. СУ сюда. Блин, давайте еще немножко сольем. Мы все-таки ему сделали счастье. Нахрена столько кулаков? Я тоже тогда говорю, кулаки зло.
Блин, две ремочки есть, это радует. С вас лайкосики, ребятушки. Не забывайте про конкурсы. Поехали дальше. Замедление, отлично. Это лучший вариант будет сюда, чем то, что было. Так, гнев. Там можно кому-то доку. Леди Лео у нас на ремочку просится. Так, сюда можно гнев для крита временно. Стойкость. Стойкость, стойкость, стойкость. Кто там у нас остался с этих героев? Такс. Можно пока командори поставить. Опять гнев. На Бугича кинем. Бехрлёва. Конечно, одержимому. Стойкость сюда же. Так, бог войны. Малышник, утекание ему не надо. СУшка. На допа. Берс. Блин, да сколько этого берса будет? Рогатка и бастик, 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 бастик поставлю сюда. Вот так вот. Вот так вот, ребятушки, мы сделали. Поехали дальше, потрешуем еще, еще. Мы получили кучу коробок. Сейчас посмотрим, что у него тут делается по чаркам. Вообще. Так, огник, понятно. Так, понятно, все, поехали. Вот плохо, когда героя мало на эволюции. Сейчас немножко пооткрываем и остановимся. Такс. В том случае лучше так, Сидни. Сидни это вообще не надо. Так. Не будем, короче, мы трогать. Пусть лучше повыбивает еще героев. Такс. Ну, тыковку, я думаю, он берсовую докачает, потому что ремочная тыква это жесть. Лучше уже берс сделать. А, эмблемами у него берс 8 есть. Вот, понятно. Вот оно все понятно. Ну, зато есть воодушевление теперь. Ну, как вариант, в принципе. Он, наверное, ждет исцеления. Ну, в общем, так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Поздравляю, немножко тебе правильно пораставлял талантики. Всем удачи, всем пока.